Добро пожаловать на наш канал Airgun Media. Сегодня вашему вниманию представляем пружинно-поршневую пневматическую винтовку от немецкого производителя Diana. Модель 350 Magnum Classic FT06. Винтовка поставляется в картонной коробке, в которой находится сама винтовка, которая дополнительно защищена полиэтиленом, пружина и поршень. Также в комплект поставки входит документация и сертификат. Ложе винтовки выбрано из дерева. Тыльник выполнен из пластика. Основные части выполнены из оружейной стали. Открытые прицельные приспособления регулируются в двух плоскостях. На целике и мушке установлены оптоволоконные нити для более быстрого прицеливания. Сверху располагается планка 11 мм для установки оптических или коллиматорных прицелов. Данная винтовка переломного типа. Ствол на винтовке нарезной, следовательно, стреляет она свинцовыми пулями калибра 4,5 мм. Автоматический предохранитель блокирует ход спускового крючка. Так как это модель Т06, следовательно, спусковой крючок имеет регулировки по ходу и усилию на спуск. Тестировать скорость выстрела будем свинцовыми пулями Excite Blinking весом 0,48 грамма от немецкой компании H&N. Данная модель отлично подойдет для развлекательной, тренировочной и спортивной стрельбы. Как видим, в среднем винтовка выдает около 200 метров в секунду, что является достаточно плохим результатом. Так как данная модель сертифицирована до 7,5 джоулей, следовательно, приобрести вы ее можете в любом розничном магазине сети Airgun только самовыводом, при наличии паспорта и достижении совершеннолетнего возраста. Подписывайтесь на наш канал, а также на наши странички в социальных сетях.